Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую отлично. Я принимаю только один флуоксетин вместо утром два, в обед два. Короче, я люблю тебя, детка, я люблю тебя. Тот, кто рисует мелками на тротуарах или на серых, сгниющих стенах постсоветского вот этого всего ужаса, я вас уважаю, вы настоящие мужчины. Да, just do it! Сделай это! Сделай! Сходи, возьми мелки, просто мелки, но только не отбирай их ни у кого. Если только найдешь на земле валяющиеся мелки. Просто рисуй, рисуй мелками пейзажи, как можешь, абстрактные. Смотри, как я рисую на моем канале там. Молодец! Молодец! И напиши, в каком аутсайдер артисте хочешь. И инстаграм свой, и мой. Короче, just do it! Just do it! Сделай это! Бой серости! Хватит этой серой архитектуре! Всему серость. Вот представляешь, твои родители проживут дольше, если мои родители дольше, если бы мы весь город разрисовали пейзажами красивыми, гармоничными. Я в этом спец, я изучал всех художников, рисовал очень много разных народных техник. Мы сделаем гармоничные, и пенсионеры будут, пожилые люди ходить по городу, они будут радоваться, бессознательно, счастливо. Молодые люди будут целоваться на фоне красивых пейзажей. Отморозкам будет стыдно совершать что-либо на фоне красивых пейзажей, когда они будут везде. Это моя мечта. И я сделаю это. При этой жизни или нет, меня ждут на небесах. Все мои пейзажи, которые кто-то обмочился их на них, обосрал кто-то их оттоптал, кто-то их дождем смыл. Все они на небеса смыли дождем. Очищены на небесах, и меня ждут там. И я люблю тебя, детка, моя детка, и я уважаю тебя, мой подписчик, кто тоже, кто нормальный, который хороший подписчик. Короче, just do it, сделай это. Давай вместе разрисуем. Я буду рисовать. Я причем не прячусь ни от кого. Я буду рисовать в каком месте, где шпаклевкой. Там, кстати, рядом полицейский участок, и много людей ходит. Я буду рисовать. Я сделаю это. Пусть меня полицейские забьют до смерти. Если я сдохну, значит, знаете, что это полиция меня забила. За рисование пейзажей. Древний Рим, Древняя Греция, Венеция. И просто абстрактные пейзажи, которые всем нравятся. Когда ребятишки подходят, они говорят, что их родители заставляли их ходить в художку из-под палки. А когда они посмотрели на меня молча, как я рисую мелками, создаю это на серой плитке, они сказали, just do it, я пойду в художку, я just do it, я стану художницей или художником. Понял? Становись в мою команду. Александр Алёнин – это наш новый бренд. Я не пьяный, ничего, просто. Просто что-то я в саду поработал, кстати, сейчас. И у меня настроение хорошее. Потому что солнце так светит хорошо. Но нейролептиков у меня нет, и тиролиджена, и... Флуоксетина у меня заканчивается, что может мне потом будет очень плохо, не знаю. Короче, давай кулачок, бро. Настоящие мужчины должны уважать друг друга. Никогда не дерись с другим мужчиной и не кидайся ради какой-то женщины, которая тебе скажет, вон, кинься на него, он что-то там сказал. Никогда. Просто бери, рисуй мелками пейзаж на стене. И все. И скидывай мне, и вместе со мной рисуй. И мы будем вместе, мы свою общину откроем, мы будем вместе рисовать. Да, да! Нормально. Нет, я должен был очки снять, чтобы мотивационную речь лучше сделать. Короче, у меня просто настроение хорошее, потому что я в саду поработал, и сейчас я буду играть на электрогитаре, а где на аккорд.
Еще потому, что мне как-то все на все пофиг стало вообще. На все зло этого мира, на то, что запрещают рисовать мелками. Я рад, что есть хоть одна последовательница, которая рисует. Вообще, за пределами России живет, рисует и пишет. Ну, рисует, как бы, она моя последовательность, называет себя моей последовательность. Последовательностью, последовательницей. Да, это хорошо. Спасибо тебе, Елизавета. Я люблю тебя. I love you. Я уважаю тебя, братан. Бро. Это я обращаюсь к подписчикам. Рисуй, скидывай мне видос, как ты рисуешь пейзаж и VK.com Outside Art подписываешь или Sadly Art. Я выложу себя на канал, если там без подвоха будет. Вообще, ладно, сейчас я рисовать хочу пейзаж из готики, смотри. У меня здесь вот целая кипа набралась. Когда у меня не было фотоаппарата, я... И еще... Прости, что у меня очки, просто у меня зрение очень хреновое, меня избили там. Добрый человек один. Ладно, не будем об этом. Еще я сам себе посадил зрение. Ладно, сейчас я буду играть. В будущем я ослепну. Надеюсь, у меня появятся последователи, это будет круто. Спасибо вам. Спасибо всем, кто становится моим последователем, рисует. И пиши хэш, там, пиши, короче, vk.com outsider art или vk.com sadly art. Это мои группы. Короче, круто будет, если хочешь вообще. А ну мою бороду не обращай внимания, еще, если что могу сбрить, но я хочу не сбривать ее. Короче, спасибо тебе, что стал моей последовательностью. Спасибо тебе, бро, за мотивационную речь. Подписчик моего канала, спасибо, бро. Давай, кулачок, будем поддерживать друг друга. Никогда нельзя враждовать друг с другом. Мужчинам нужно уважать друг друга. Когда я вижу, иду по улице и вижу, как мужчины орут друг на друга, там, это их государство стравливает, чтобы не платить им, чтобы они поубивали друга и не платить им эти пенсии, короче. Понятно? Хотя женщины более часто, вчера, например, одна тетка с соседнего дома весь день орала истерично орала. Ты представь, она весь день истерично орала. Кошмар. Мы должны поддерживать друг друга. Если ты женился, тебя нужно поддерживать связь со своими ну, со своими братанами. Ну, желательно не курить, не пить. Главное, если пьете, там, курите, то чтобы не драться друг с другом, не причинять увечья друг другу. Никогда. Берегите себя, потому что наше правительство нас не бережет. Понимаешь? Меня избили, у меня один вообще зрение теперь теряю, у меня вместо того, чтобы поддержать. И когда видишь кошку, кота, если он может поддается в руки, то подбери домой, накорми, напои, отмой, ну, спать он ляжет, там, пусть отдохнет зиму, чтобы пережил или пережила. Если увидишь пьяного человека, ну, если хочешь, я лично помогаю, чтобы он зимой не замерз, ну, чтобы он проснулся в тепле, в нормальной, ну, руки, ноги целые были, потому что это все равно мужчина, просто он напился из-за того, что государство промывает мозги, из-за того, что женщина на него наорала. А знаешь, как женщина может наорать, что мужчина может пойти и просто неизвестно, что сделать, потому что у нас психика такая ранимая на самом деле. Нам внушают, что мы мужики, да, на самом деле мы должны поддерживать друг друга. Короче, все, давай, рисовать руками. Все девушки и парни. Just doing! Давай! Вместе рисовать. Рисуй пейзаж. Становись моим последователем. Становись моей последовательностью. Следовательницей. Потому что через 10 лет я умру. Или я ослепну.
Из-за макулы дистрофии сетчатки обоих глаз сухой. Посмотри в гугле, что это такое. Все, что там пишут, что это лечится, это шарлатаны. Все. Мотивационная речь закончилась. Давай, бро.